Он пишет, до того, как человек начал молиться, Творец уже ответил ему на молитву. Где человек получает ответ? Человек получает ответ в Келим, который он подает Творцу и желает выяснить свое истинное состояние. Человек обратился к Творцу с какой-то просьбой, с хисароном, с жалобой, неважно, с чем-то обратился к нему. То сейчас у него есть право молиться Творцу, связь это. Это должно быть ему достаточно? Ты должна отменить у него первичный хисарон, тему молитвы, то, что завело его? Нет, это перетянет его от своего хисарона к более продвинутому. Какой хисарон это переводит его? К тому, что он желает вызвать исправление всего мира, всего человечества. И это с этого момента это ответ на его прошлую молитву или это самостоятельная молитва? Это включит в себя все. Это называется сейчас молитва, новая молитва, которая есть у него? Да. Спасибо. Она включает все остальное, все остальные молитвы.